Всем привет, друзья! Сейчас здесь плавают подростки голубых скалярий, рыбки совсем молодые, порядка 3 сантиметров по высоте по телу, но с плавничками, конечно, больше. Голубизна только начинает угадываться, с возрастом рыбок синий оттенок усилится. Рыбки синими, конечно, не будут, но голубой оттенок у этих скалярий виден уже сейчас. И, конечно, очень многое зависит от освещения. При разном спектре ламп рыбки могут давать разные оттенки, но голубой оттенок присутствует практически всегда. Черные вертикальные полосы тоже могут быть ярче или менее контрастными. Это зависит от настроения рыбок. Они могут чего-то испугаться, полосы станут бледнее, либо начинается какая-то разборка при кормежке. Рыбка стайная, правильнее сказать, групповая. Мало кто может себе позволить завести огромную стаю. Тогда нужен действительно большой аквариум. Обычно их заводят 5-6 особей на аквариум от 150 литров. В большом высоком аквариуме рыба раскроет всю красоту своих плавничков. На донных рыбок они практически не реагируют. Могут погонять гуппи с длинными хвостами, но если заводить молодых рыбок, как правило, они хорошо уживаются со всеми обитателями аквариума.